Да, на сайте все есть, и в Инстаграм, во всех. Всем привет! Вот сколько людей нас ждет сегодня. О, спасибо огромное, ага. Уже загружаемся. Так, мы стоим вот здесь, как обычно. Вот машина. Спасибо огромное. Здравствуйте, здравствуйте. Вика еще на помощь приедет. Да, у нас уже вот, конечно. Может, Вика там или кто? Что-то я ей пишу. Ну, приезжает она, приезжайте, конечно. Так, все, у меня уже полная машина. Прям вот реально почти полная. Еще чуть-чуть и все. Так, сегодня как никогда у нас ажиотаж. У меня вот сейчас я перегружаю половину машины. Перегружаю этой самой Крики, потому что мне сейчас привезут еще 200 килограмм мяса. А у меня уже просто тут и у Вики битком. Приехала я к Вилле на помощь. Да, вовремя. В результате, приехала, да, спасибо. Очень вовремя, потому что битком. Да, все битком. Никогда. Освободили место для 200 килограмм мяса. А вот моя машина, полюбуйтесь. То есть сегодня встреча произошла на Киевском более чем плодотворно. Просто можно сойти с ума. У меня ничего не помещается. Видите, это просвет для зеркала заднего вида. Все завалено, все завалено. Если дверь открыть, то все выпадет. Ну да, конечно, машина чистая. Зайка моя, да я тебя потрогаю, ты такой красавец. Отказалась от него мама. Ой-ой-ой-ой, хвостик, да. Мама отказалась от ребенка. И теперь у нас Лиля выхаживает. Ой, ты моя сладкая. А малюсенький какой. Какой он малюсенький. Такой сладкий малыш. Все, все, закрываю, а то холодно. Мясо приехало. Мясо, ура. 200 килограмм. Вот мы для него освобождали место, забили всю мою машину. Вот, загрузили. А? Мясо, куры тут, да? Да, мясо, куры эти, как они называются? Копытца какие-то или что, не знаю. Вот еще гости. Ну что смогла? Ага, больше из-за него ничего не влезло. А помоги, пешком бы пришел. Да вот не дошел бы. Ага, вы держите. Вот на крышу его сажай, и так и поедешь. Сейчас тебя посажу, ты так и поедешь. Да, мне не привыкать. Вика ездит с динозавром. Дракончик, динозавр. Это дракон. Это год дракона, наверное, был. Дракон. Ясно. Будем ждать следующий год дракона. Куда его? Поехали ко мне на переднее сиденье. Дракоша теперь на переднем сиденье. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшняя встреча на Киевском вокзале очень прошла плодотворно. Полные машины набиты битком. Ну что, дорогие, спасибо большое всем, кто принял участие в этой встрече, помощи приюту. Продолжаем спасать, продолжаем помогать приюту. Thank you.
лекарства. Тирамицин 10 штук. Эндогард 10 штук. Одна упаковка на 60 килограмм веса. Это препарат от Гинмеда. Грантал 6 штук. Таблетки на 70 килограмм рассчитаны. Вакцины для собак. Это подарки от магазина Стэкдок, который у меня во дворе. Я уже там постоянный клиент. 80 упаковок от гельминтов для кошек. Это тоже подарки. Не знаю от чего, для чего. Когда дарят, беру все подряд. Лиля с Валей разберут. Это для того, чтобы заходить.